Номер 735. События дня. Филиппийцам 1:28. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». За 17 декабря 2017 года. У нас сегодня было торжественное собрание после литургии, где я был причастником, причащался. Отметили 20-летие нашего пребывания здесь, где молимся. Будет потом интересно узнать вам. К утру постараюсь закачать собрание. Так что смотрите завтра в нашем видеоканале. Тем более в двух вариантах. С разных точек снимали. Двое. Новиков Сергей мне. Паля, ну-ка заключи ее туда. Она прыгает. В тюрьму. В тюрьму ее. Она не дает мне. Вот так, Володя. Смотри, накажи. Она играет. Закрой ее. Замочи ее там. Вот все. Новиков Сергей Александрович. Да, я помню. Вы говорили о 20-летнем пребывании в этом месте. А он обложки делает для книг, моей книги. «Открытым оком» 33 тома, по 752 страницы в каждом. Он сейчас обрабатывает их. Потом буду выставлять, как только будет окно. Вот я 10 поставил, а сегодня у нас уже 12 стоит. Да еще один закачает. 13. Днем нищетовы. А обложки, конечно, лучше бы сделать и при сканировании выбрать 600 каких-то DPI. И тип файла PNG. Это скажите Никите, если он делает, или вы сами выставьте в настройках сканера. Это сохранит максимальное качество. Сергей Игнатов. Мир вам. Сегодня особенное занятие было. Слава Иисусу Христу, который собрал нас вместе с нашим наставником Игнатием Тихоновичем и сподобил выйти на связь парализованного, то есть это 17-го. Но твердого и мужественного Христе Сергея Козлова. Храни вас всех Господь. Действительно, Сергей вышел, и мы с ним побеседовали. Ну, я как всегда записал, но выставлять пока не будем. Он говорит, не надо. Татьяна Лапкина, спаси Христос. Это сестра моя из Фрунзе. Роман Николаевич Проликов, а ты, брат, благовествовал сегодня? А ты вот это... Такой стоит красноармеец. Ты что для фронта сделал? Пользователь Виталий Калиников добавил комментарий. Красивая супружеская пара. Духовные внуки Игнатия Тихоновича. Слава Христу. Я не обратил внимания, мне когда сказали про это, он на Володе вышел-то. Слово внуки и прочее. Я только красивая, кто такие, как, стали говорить. Ну, я потом слышу, это знакомые промелькнули слова. А как звать? Андрей. Так, а какое фамилия? Ну, дальше он называет, как фамилия. Я говорю, сходится. А ну-ка узнай, у него сын Арсений есть или нет? Такой мальчишка, он... Да он сам из Лесосибирска. Я говорю, он тогда жил, но потом уехал. Да нет, Лесосибирск. Ну, узнали сегодня, что нет, он уехал. И будто бы его отец Дмитрий Смирнов к себе пригласил, вызвал, он туда выехал. Выехал, и там он теперь. Он был у нас сильный батюшка. Вот когда мы делали настил в купальне, а это на глубине примерно полтора почти метра, и настил, его надо было кольем, там привязываются специально такие как бруски, и по них завести доски, а потом их примотать к этим брускам, чтобы можно было стоять. И он нырнет там, кажется, утонул, нет? Вынырнет. Хороший батюшка. Ребятишки прибежали и говорят, а Арсений, а ему уже, наверное, лет 9 было или 8, он говорит, гвозди ест. А у меня маленькие гвозди, ну, маленькие, сантиметра по полтора-два, больше-то нет, наверное, сапожные. Там работал Володя Пенкин, это ведь на Живулину когда набивает, а потом выдергивает, они никуда эти гвозди выбрасывают. Ну, он их взял, я их рассадил, молотков достал, и они сидят, дети-то, и выправляют, ну... А потом это все это вот дети-то увидели, а он гвозди берет и правда за щеку закладывается, закладывает. Когда я сказал, ты что делаешь-то, желудок прорвешь, он выплюнул, все у него есть целые.
Вот даже не догадаешься, что могут придумать. Я его хорошо знаю. У него было, кажется, в это время что-то около 9 ребятишек, а какой-то монах сказал, что у тебя будет 13 детей. И он торопился домой. Я говорю, что торопишься-то? Благословение выполнять. Пользователь Лена Зубенко добавила комментарий. Спасибо, Господи, дорогой Игнатий Тихонович, за эти ролики. Привет из Испании. С глубоким уважением, Елена Зубенко. Роман Кучма пишет. Дорогой отец Игнатий, нужна ваша помощь. Может ли священник отлучить игуменью женского монастыря от причастия? На месяц хотя бы. Причина первая – хамство с третьими лицами. Обвинение при всем храме во лжи. То есть она священника обличает. Ложное обвинение. Доведение до слез прихожан. Отсутствие покаяния на исповеди. Спаси вас, Христос. С уважением, священник Роман. Ну, никого не знаешь. Так как бы знаешь, что туда участвовать-то ты не будешь. Вот так. Надо надеть, было наушники-то сразу не надел. Если да, то отучить ее надо, то на что или какие правила опираться? Я говорю, вопрос сложный, и за глаза весьма трудно отдать инструкцию к определенному лицу. Нужно бы выслушать и другую сторону-то, но ответ может быть такой. 1 Тимофея 2.11. То есть я беру из места Писания и показываю, как... Ну, если это Писание, да он верит, тогда вопрос вообще не, никак, он даже возникать не должен. Жена научится в безмолвии, со всякой покорностью. А учить жене, не позволяя не властвовать над мужем, но быть безмолвием, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. 1 Коринфянам 14.34. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как закон говорит. Анастасия. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сегодня снова беседовали со священником, уже всей семьей, мама и брат младший. Господь послал нам замечательного священника, как отец заботится. Строится новое помещение храма, и в нем купель для взрослых на месте источника. Как сказал святого, если они любят это тоже. Закончит где-то через 2-3 месяца, и тогда с Божьей помощью сможем принять погружение без симонии, то есть без денег. К крещению церковь приступает с именем Анастасия, данным при рождении. В младенчестве, хотя и не совершалось полное погружение, было мера помазания руками священника, имеющего благодать Духа Святого, который, собственно, и призывал, произнес: «Раба Божия Анастасия». Хоть и привыкла я к имени прежнему, ну что ж, буду отвыкать и рождаться заново с Божьей помощью. Хочу сказать, что из иудейства достаточно трудно возвращаться домой в церковь. Все, что было родным и близким, оказалось поворотом не туда. Непрестанно благодарю Всемогущего за его милость. Рустам пишет. Игнатий Тихонович, а как интерпретировать заповедь «Не убей» в Новом Завете? Ведь в Ветхом Завете она также была, и что же мы видим? Богом избранные люди убивали порой, и им за это ничего не было от Бога. Например, взять Моисея, который... вступился за одного еврея, убил египтянина. Может быть, и в Новом Завете есть послабление на этот счет. Как вы думаете? Конечно, моя душа сейчас пела, кричала, обливаясь слезами, и осталась непонятой. Я отвечаю, я внимательно прочтите все. Ну, дальше, какие у меня темы там есть, это кисну православия, оглавление. Убью так. Нужно надпись делать только так, как на обложке, открытым оком. Это я пишу тоже Сергею этому. Оба слова с маленькой буквы. Впереди кавычки,
Три точки. Новиков Сергей. Игнат Тихонович, вокруг вас немало людей, какие очень давно, какие меньше. Сделайте сервис, серию об них. Конечно, у вас есть и очень много, но довольно разрозненно. А вот рассказ ваш об одном, каждом таком человеке, обстоятельствах, приведших к знакомству и ключевых событиях, было бы не безинтересно. Вот тот же Сергей Пупков, к примеру, и показывает его. То есть это уже не на Ютубе. Так, нужно смотреть на это. Павел Пупков, Сергей Павлович, собаки. Так, Сергей Новиков. Это видел. Однако, скажите вы, все выглядят иначе и богаче. Ролик об человеке. На память. Откройте 15 том «Открытым оком». Там просчете 74 свидетельства. Еще в 16 томе 10 – это полное описание жизни. Это из 15 тома. Листая, вы увидите в конце вопроса подписи. То есть вопрос прямо о человеке и его данные. Там целая повесть на 10 страницах писателя. Евгений Тропко. Еще обратил внимание. Собрание одних хасидов мужчин. Женщины не присутствуют. Старцы, мужчины и мальчики. Я как-то ездил в автобусе хасидском, когда служил в армии. Там мужчины впереди, все женщины сзади сидят. Заходит муж с женой в автобус. Он сам садится и впереди автобуса. А женщина отправляет взад автобуса. Я как-то оказался сзади автобуса с женщинами. Мне аж неловко стало. Они на меня так смотрели. Ты что тут среди нас на задних местах делаешь-то? Мужчины, то... Так. Все впереди сидят. Да, посмотрел хасидов, и они на меня сильное впечатление оставили. Общинность у них на высоком уровне. Да, и чтобы так одни мужчины собирались без женщин. В православных храмах сегодня много женщин, и притом мало мужчин. Хотя и у нас в православии тоже так и в храмах женщины. Отдельные мужчины отдельно. Вместе нельзя. Ну, тут я говорю, назван будет как ролик, утренние молитвы. Могу его просто убрать. Вот. Это нужно, что у меня... Ну и все тогда на этом. Вчера что, литургия была? Меня Господь сподобил причастником. Накануне в субботу была исповедь, исповедался и причастился. А сам все думаю об отступниках. Какие известны Михаил, Николай. Вот, Александр, и сейчас говорят, что-то там Юлия Долбнева-то, хорошая женщина-то. Но она меня не выходит в скайпе, я как могу сказать, писать, а это неизвестно, кто считать будет. Вот если бы она вышла, тут можно было поговорить. Наши ресурсы перед каждым. Вот первое, это мой мир. Ну, пожалуйста. Это пейзаж к лагерю идти и вот провести в Риге. Ну, мне нравится форум наш. 1600 тем. Что-нибудь избери здесь, легко найдешь. Сейчас я заказчика книги за 75 лет. Тут у нас уже вон как. Ну и наш видеоканал. Никаких, конечно, там нету рекомендаций. Все известно. Название ролика делай и пойдет. Вот тут все у нас фильмы, сколько есть. Отдельно
Во свете Библии, православный библейский сайт. Ну все, пока. После собрания была трапеза. В собрании был Волобуев, и он привез. Все, однако, все на этом.